будет между ними. Начинаем растягивать эту трапециевидную мышцу в разные стороны. Идет запись там, да? Кажется, нет опять. Нет, идет. Сейчас, сейчас запись идет. Вот смотрите, еще раз показываю. Вот на вот этой, на этом экспонате, на змейке, да, мы захватываем вот так вот руку. Илья может тоже посмотреть. Вот, это как бы волокно мышцы демонстрирует. Вот мы прищепку вот этими местами делаем. И разжимаем ее в разные стороны, постепенно переходя от головы к месту крепления мышцы, сухожилию. Либо разбиваем это движение на две части. То есть в первый раз, вот, например, не хватает нам силы рук, да? То есть первый раз мы вот этим пальцем подаем вверх, а второй пальцем сбоку, ой, сверху, сильно продавливаем вниз. И вот так вот потихонечку растягиваем эту мышцу. Второй подход в противоположную сторону. Здесь держим, а здесь растягиваем. Вот так вот. Так, теперь показываю на человеке. То на камере бывает не все видно. Вот первый проход, да? Вот мы сверху продавливаем, растягивая мышцу. Видите? Теперь второй проход, наоборот. Снизу давлю, да? А следующий шаг рукой сверху. И получается третий прием. Это мы всю мышцу берем и растягиваем. Можно даже в голову упереться, чтобы голова немножко вот растянулась, повернулась. Переходим к противоположной стороне. Быстро разогреваем. Здесь вот есть небольшой нюанс. Чтобы вы меньше тратили эргономично, да, свои собственные силы, помните, все время про эргономику говорю, то задавайте движение от ноги, от противоположной ноги. То есть вот я, наверное, не видно, вот я задаю тряску ногой, да, и перевожу в эту руку. То есть вот эта рука, с той стороны, где нога, она движется более активно. Это с правой стороны. Если с левой стороны, соответственно, наоборот. Вот я задаю ногой. При этом вы сами раскрепощаете себе седалищные нервы, вот эти мышцы грушевидные. То есть у вас должна быть такая ягодичная тряска. Не знаю, на камеру видно или нет. Если вот этой рукой работаю, и с этой стороны вот эта ягодица растрясается. То есть вы, да, потренируемся потом. Вы расслабляете свои собственные мышцы, чтобы у вас, вам самим не передавалось напряжение. Вот, после этого первый проход обоими руками, второй проход с усилием за рукой, третий проход с усилием перед рукой, и четвертый проход, получается, всю мышцу растягиваем с поворотом головы. Возвращаем голову назад. Обе мышцы трапециевидные захватили. Прямо сильно пальцами вот так вот. Достаточно жестко нужно. Растянули. И пальцы большие доходят до вот тут ямочка, где место крепления мышцы, да, и вот эту точку мы прожимаем. Далее вокруг акромиального отростка, вот его видно. С этой стороны камеры покажите. Вот, это косточка, видите, это кость. Она примерно такой вот квадратной формы, вот, да. И вокруг нее расположен весь пучок вот этих мышц плечевых. Вот мы их от кости пальчиком вот так вот отодвигаем. По кругу, да? Да. Доходим до лопаток. За лопатки мы отодвигаем. И возвращаемся в исходное положение перед началом шеи. Ну, место стыка. Шейно-грудной переход. Вот, этот прием называется нарисовать крылья ангела. То есть вы как будто бы такими круговыми движениями, вот видите, рисуете маленькие вот такие вот крылышки. Возвращаемся обратно. Так, на этом первый сет у нас закончен. Давайте повторим.
Так. Можешь паузу нажать.